И всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю заключительную серию сериала «Мой новый друг». И давайте начинать! Стой, дружок, ты куда? Блин, теперь мне с дружком будет очень сложно ходить. Ой, ободок упал даже. Блин, теперь все знают, что этот дракон правда существует. Ой. Ну ладно. Куда ты идешь? Ты подрос хорошо. Очень даже хорошо ты подрос. Эй, эй, хватит. Мне это неприятно. Ой, что же делать, что же делать? А вот что делать. Отдай мне этого дракона. Я его вырастил сам. Я сам это непонятное существо создал. Отдай мне его. И тогда я забуду, что ты его взяла. Дружок, аккуратней. Я не отдам тебе моего дружка. Да неужели? Это мой эксперимент был научный. Это мой дракон. А ну отойди по приказу принцессы. Я принцесса, поэтому ты ничего не должен делать. Иди отсюда. Ученый, блин. Ой. Да, что же мне делать-то с тобой? Мама тебя дома не разрешает держать, ты такой большой. Ну ладно, иди пока покушай. А мне надо подумать. Он такой большой, а куда же его деть? А, что это за звук такой? Что это? Что это? Я снова здесь. И это идет еще один дракон. Что? Ну дракон же вы только одного изобрели. Я его не изобрел. Я тебе не говорил, что я его изобрел. В каком смысле? Так они вправду существуют? Да, конечно, а ты что думала? О, нет, только не это, они пришли за ним. Сейчас весь город будет сожжен, или что-то еще произойдет, или вообще города не будет. Доигралась принцесса. Да идите вы вообще отсюда. Это мое дело. Блин, кто это идет? Что тут происходит? О, Господи! Он плюется льдом! Ничего себе! Он заморозил ученого! Так, ну ладно, это нам сейчас не важно. Что же делать, дружок? Ты должен идти, наверное, с ним. Дружок, нам придется с тобой расстаться. Ты такой, хоть был хорош, ты был такой хорошенький, но тебе надо идти со своими. Ну ладно, иди. Все равно никто не знает, какой ты хорошенький. Ага, кажется, показалось. Что? Что это за дракон? Да, даже продавщица с ума уже сошла. Дружок, тебе надо к своим. Да, я знаю. Ну ладно, пока. Да, тебе надо подкрепиться. И будь добр, уведи своего дружка, а то он тут все сломает.
Дружок, не надо с ним сражаться, он же твой друг. Ну ладно, он меня толкнул. Это, конечно, очень больно, но ничего страшного. Ты не хочешь возвращаться к своей стае, да? Не хочешь. Ну тебе, дружочек, надо. Вот я, например, живу же со своими друзьями с пони, а ты должен со своими драконами жить. Ах, я выжил. А ты что, думала, что я не выживу? Я заберу всех драконов в мире. Я прослежу за этим драконом. Я узнаю, куда он прилетит, и все драконы станут мои. Ха-ха-ха-ха. Да хватит. Вы надоели, вы злой ученый. Вы хотите драконов как экспериментальных животных держать в клетке. Так нельзя делать. Но это новый вид, я его должен изучить. Я себе сделаю из этого дракона шубу и шапку. Так нельзя. Всё, идите отсюда. Дружок, давай кусать. Ладно, 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 потом, все, я полетел. Хорошо, не буду ваших драконов трогать. Я полетел. Ну ладно, дружочек, пока. Дружок, тебе правда уже пора? Да, все, пока. Я так не хочу, чтобы ты уходил. Но тебе надо. Все, ладно, пока. Пока. И ты, дракон, непонятно какой, тоже пока. Ну, хотя бы у меня был друг. Зато я знаю, что он сейчас будет со своими жить. Надеюсь, вам понравился этот сериал. И это был конец этого сериала. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.